В Казани проходит забастовка крановщиков. Медицинский межрегиональный профсоюз действия выражает солидарность крановщикам в их борьбе. Товарищи крановщики, вы не просто протестуете. Вы вступили в борьбу за интересы рабочего класса. И мы с вами полностью согласны, что только борьбой за интересы рабочего класса можно улучшить жизнь трудящихся. Основное требование у крановщиков – это соблюдение норм безопасности на рабочих местах. И нам, работникам медицины, особенно работникам скорой помощи, это очень понятно, потому что мы выезжаем на сотни случаев травматизма на производстве, на стройках. На наших стройках кровь льется рекой. Если уж Минтруд признает, что у нас в стране за год примерно 4500 случаев, приводящих к инвалидизации либо к смерти пострадавших, то вы понимаете, что это можно умножить смело на 5, и это будет объем того, что фиксируется в нашем государстве. Товарищи крановщики, вы первые. Первым всегда тяжело. Понятно, будут какие-то ошибки, недочеты, но надо понимать, что только в борьбе и борьбой можно исправлять вот эти ошибки и недочеты. Мы все смотрим на вас, мы равняемся на вас. Товарищи крановщики, питерское отделение рассмотрело данную ситуацию и со своей стороны решило сделать следующее. Мы вашим кровопийцам-эксплуататорам прописываем клизму. Сами понимаете, что лекарство это сильнодействующее, поэтому бланки рецептурные должны быть именными. Пожалуйста, в ближайших своих роликах или где-то в пресс-релизе, пожалуйста, составьте список своих вот этих эксплуататоров, чтобы мы им выписали именные рецепты. Что касается штрейбрехеров. Если на вашей стройке появится штрейбрехер из Ленинграда или Ленинградской области, соответственно, тоже черканите нам. Мы тут создадим бригаду для оказания срочной терапевтической помощи. Товарищи из Казани, казанские крановщики, вы первые. Но знайте, что скоро у нас будут тысячи и миллионы. Терпения вам в вашей борьбе, стойкости. Ну и будьте здоровы!